Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, и у нас очередная серия по черепашкам ниндзя легенды. Так, ежедневные награды у нас Лига самураев. 3 звезды, я забираю это все дело. Но я больше чем уверен, что нас сбросили. Сейчас мы посмотрим, куда. Наверное, до 2 звезд, а может быть даже еще и ниже. Так, Бакстер Стокман. Хорошо. Давай-ка мы заберем Ревард. Так, нам пройти серию испытаний, это мы все сделаем, понять уровень персонажа, но вначале я хочу глянуть, куда нас сбросили. Лига самураев, 2 звезды, у меня ранг 34. Слушайте, ребят, давайте-ка мы, наверное, с вами вначале сыграем в лигу. Так, и начну я, пожалуй-ка, с Мэтью. Да, я хочу именно с него. 42 уровень у него максимальный у персонажей, так что я думаю, мы здесь с вами еще поиграем. Так, начнем, пожалуй, с Бибопа. Потом возьмем Ксевера, Пиццелиций нам здесь пригодится. И знаешь, что я думаю? Возьму-ка я сюда Крипа вместе со Шредером. Как думаешь, прокатит? Я думаю, что да, будет годно. У нас с вами будет здесь хил. Это Шредер, да, плюс у меня будет провокатор сам же самохилиться, да, у него есть такая способность. Ну, вначале будем... Слушай, у них Бакстер Стокман есть, поэтому массовые атаки пока я делать не буду. Как только он истратит свой отхил, мы сразу же будем бомбить массухой. Я думаю, что это будет как варик. Так, лишь бы мои ребята тут выжили. Кстати, Ксевер Монтес может, знаете, что сделать? Он может сейчас им понизить защиту. Я, пожалуй, это и сделаю. Я это и сделаю. Так, не на всех. Смотрите, у кого иммунитета не было, на тех мы и повесили. Так, я беру провокацию. Естественно, ребята, у них тут иммунитет. Соответственно, замедлить мы их не сможем. Вот это, конечно, было плохо. Сейчас в данный момент сделано. И применяем, ребята, массовую атаку. Так, слушай, я думаю, что Бакстер-муха сейчас погибнет. А вот нам не помешает, скорее всего, похиляться. Давайте-ка мы это сделаем, Бринка. Так, и... Слушай, погибнет он от постепенного урона или нет? Если не погибнет, он отхиляет всю команду, поэтому... Ладно, пускай он будет там сидеть. Я, наверное, сейчас... Давай-ка Донателло. Я не хочу, чтобы он поставил дополнительную защиту на всю команду. Тем более, постепенный урон тоже повесили. Есть, отличненько. Так, давай-ка бомбанем. Хорошо. Так, хилиться нам пока не нужно. Давай-ка, наверное, шипами. Нормуль. Ну, атака, опять же, слабенькая была. Если что, ребят, мы с вами успеем отхилиться. Давай бомбанем вот этой плюшкой. Да, массовый урон, конечно, желает лучшего, на самом деле. Опа! А вот это, ребята, заявочка была. Ты понял? Он своими сами довольно сильно повредил моего крипа. Слушай, вот это дело не пойдет. Это уже ни в какие ворота не входит. Так, давай-ка мы попробуем Рафа бомбануть. Не вышло. А так, если... Четенько все. И давай-ка похиляемся маленько. Все, ребята, изи. Ну как изи, я бы не сказал, что совсем так легко и просто все было. Но все-таки преимущество по уровню у нас было. Поэтому здесь, конечно же, победа. Нам нужно вернуться с вами в Самурай 3 звезды. А вообще лучше перейти в Сёгун. Я попробую сегодня это сделать. И смотрите, у нас Владимир, Максим и... Кто там? Даки. Владимир, Максим. Смотри-ка, Максим еще имеет даже бронзу здесь. Слушай, я думаю, что возьмем его на прицел. Да? Это будет оптимально для нас. Тут 44-й. Слушай, так это же вообще великолепно. Я даже думаю, что мы с вами возьмем, наверное, Мондагека. Возьму я, наверное, сюда морозильную кошку. И нужно взять какого-нибудь сильненького персонажа. Это будет у меня, наверное, Змейка Вьюн. Слушай, оптимальненько сейчас будет. Так, ну что, Макс, ты готов? Я думаю, что ты готов. Так, у них кто здесь? В принципе, опасность можно ожидать от всех, от любого. Так, Сплинтер, а почему ты не стал ответку давать? Хм, для меня это удивительно. Так, бросаем баллончик. Хотя надо было нам ускорение поставить лучше. Ладно, лопухнулся, ничего не могу сказать, ребята. Так, я думаю, что, наверное, Хана надо убрать. Хотя Доник тоже здесь сейчас может бомбануть, причем довольно некисло. Да, он будет свои сюрики, стопудово будет сюрикены бросать. Слушай, так, он стирает с себя все антибафы. Слушай-ка, может быть нам... Давай ускоримся. У нас будет ускорение, соответственно, мы будем ходить быстрее, чем он. И, возможно... Нет, смотри-ка, он поставил защиту дополнительную. Ладно, массовая атака от Змейка Вьюна. И я думаю, что Донателло мы с вами добьем.
Ага, не тут-то было. А так и с ней? Да ладно, хорош. Да ты что ты будешь делать? Ну-ка, комочком ему. Комочком, ну-ка. Ах ты. Ну, змей кабин сейчас ушатает его. Только лишь по уровню взяли. Слушай, ну прикинь, вот у Донателло, когда он делает на себе вот эту вот защиту, да, если она прокачана еще тем более полностью, то довольно не кисло получается, да, его фиг пробьешь. Фиг пробьешь не только его, и остальных тоже. Ну что, ребят, мы с вами вернулись в Самурай 3 звезды, дальше держим путь на Сёгун. Так, и смотри, как красиво нам подобрали врагов. А, так, кто там у нас? Сеттин, да? Тут Александру, а тут Мэтт. И я думаю, что мы возьмем Сеттина. Вот почему-то вот сразу он мне кинулся в глаза. У него практически все одно серебро. Ну, кроме Криса Брэдфорда 43 уровня. Слушай-ка, мы даже можем, знаешь, что с вами сделать? Раз, два, три, четыре и Хая возьмем. Ну, на этот раз Хай будет уже крепким. Крепким, в отличие, например, от Змей Кавьюна. Рокзара я хотел бы взять, но я думаю, что всего на два раунда с провокацией будет слабо. Нам нужен массовик. И это, конечно же, будет Бакстер Стокман со своей суперволной, да? Причем у него две волны. Есть волна, которая вешает по степенку, и есть волна, которая вызывает маузеров. Поэтому давай так сделаем. Ох, ребята, сейчас будут осыпаться, ребятушки. Смотрите, что мы сейчас с вами делаем. Вызываем балбесов, которые, в принципе, наверное, всех и добьют. Опачки, нежданчик. Погоди, 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 Донателло. Всегда у нас выживает Донни. Всегда, практически во всех боях. Все, мы его накатили. Ну что, ребята, я скажу вам одно. Идем пока неплохо. Есть небольшой риск где-то сфейлиться, но кто не рискует, тот не пьет Кока-Колу. Так, 54-я позиция, и мы с вами продолжаем нашу эпопею. Сегодня, кстати, у нас еще будут ежедневные, точнее, еженедельные события, да? Попробуем пройти. Одно, две, посмотрим. Так, Олег, Артем и Давид. Артем, Олег и Давид. Я думаю, что будем Артема брать. Потому что у него два героя в серебре. Два героя, хотя полтиннички. Это уже вам не шуточки, далеко не шуточки. Так что, слушай, мне бы, конечно, хотелось бы раз, два, три, четыре. Ладно, короче, делаем такой ход. Я беру Леонардо. Вы знаете, что сейчас будет. Сейчас будет просто расколбас. Расколбас выглядит как? Естественно, Леонардо делает вертушку, и эти все ребята подают. Проверяем. Я думаю, что никто не выдержит, не выстоит. Вот тебе и изи-катка называется. Вот это действительно изи, когда с одного удара на первом ходу все враги падают. Ну, а мы с вами, естественно, получаем бонусы, отыгрываем своих слабеньких персонажей и продвигаемся на 29-ю позицию. Поэтому у нас, ребята, 7 откатов, не так уж много, на самом деле. Но для Александру, я думаю, этого хватит. Да? Да, именно для него я приготовил такой же удар, такую же тактику. Смотри-ка, что у нас происходит. У нас остались вообще слишком маленькие, да, 33-35 уровень, там до 30-го недалеко. Слушай, ну, полтиннички мы с вами разбираем, в принципе, легко, на изи. Смотри, как это происходит все дело. Бамс, и они все падают. Ты понимаешь, да, до 60-го уровня мы можем просто одним Леонардо тут всех крушить, брать в команду, конечно же, малышей. Но я думаю, не стоит издеваться над противником. Так, третий ранг. То есть, ребята, мы уже с вами готовы перейти в Сёгун. И опять попадает нам Артём. Тут Александр. Артём, Александр и Драган. Драган. Я буду с Александром драться. У него много серебра, поэтому нам должно зайти. Мы отыграли с вами малышей? Малышей, ладно, ладно, ладно. Слабеньких, слабеньких этих героев. Я знаю, что вы все там, большинство против. Почему не нравится? Ну, малыши, это же не в том плане, что они маленькие, а в плане того, что они слабенькие. Вот почему я их называю малышами. Ладно, вертушка от Лео, и я думаю, что пускай пакуют чемоданы. Изи, по-другому не назвать. Ну что же, теперь, я думаю, мы с вами будем уже без Леонардо. Сейчас посмотрим, какие у нас остались персонажи, герои. И нас поздравляю с Сёгуном. Одна звезда пока. Ну-ка, смотрим, ребята. Так, Евгений. Евгений. Так, у него 50-е уровни. Покупкам. Покупкам они все одинаковые, но здесь два серебра, поэтому нам проще с ним разобраться, чем с тем же самым Дмитрием, да? Так, давай глянем. 50-е уровни. Тут, конечно, ребята, напряженный будет бой.
Все зависит от того, как у него прокачаны скиллы. Я больше чем уверен, что прокачка у него будет здоров. И давай возьмем с вами хиллера. Хиллера. Одного хиллера, но это как-то, ну, не туда и не сюда. У него-то есть, да, у него есть Эйприл. Будет хиляться. Давай, наверное, возьмем еще с вами и Рокзара. Слушай, это будет оптимальный вариант. Смотри, что происходит. Мы с вами сейчас Рокзара ставим в провокацию, да? На худой конец у нас есть пульверизатор, который нам тоже здесь может помочь. Массовые атаки здесь только у Майки Ролевого. Мы сделаем с вами вот такую штуку. Вначале мы понизим защиту им всем, да? Кому-то даже атаку понизили. И будем потихоньку разбирать Эйприл. А почему именно ее? Ну, для того, чтобы она не смогла... Так, давай-ка бомбанем. Чтобы она не смогла отхилить свою команду. Хотя, скорее всего, она успеет. Ну, отхилит только себя. Соответственно, она потратит эту способность. Все, ребята, теперь будем применять массовые атаки. Так, бросает гранату у нас Бибоп. Тоже, кстати, да, смотрите, что он сделал. Он понизил нам атаку на некоторых персонажей. Этот крит... А, нет, не крит, ребята. Он нам делает замедление. Ну что же, кто у нас опасность имеет? Вот Майки Ролевик. Убрал просто-напросто его сразу же. Так, давай, давай добьем, наверное, Эйприл. Ай, не вышло. Пардон, чья атака, если... Да ладно, я вот Бакстер Муха, ну какой ты слабак. Ну я прям не могу. Я прям вот не могу, тут слабый и все. Так, веер. Слушай, а у Рокзара все, ребят, провокация закончилась. Нам пора переходить, по-моему, на пульверизатора. Но вначале добьем Эйприл. Отличненько. Так, погоди-ка секунду. Рафаэль хочет тут что-то сделать. Надо как можно... У него еще и меткость повышенная. Сейчас может уложить. Ребята, давай быстро хиляемся. Быстро хиляемся и провокацию берем на пульверизатора. Вот так вот это будет выглядеть все. И опять же берем в оборот Рафаэля. Так, Рафаэль, так, уничтожаем его. Отлично. Так, значит, у нас... А ну-ка давай массовой атакой. Да, какая-то слабенькая массовая атака у нас вышла. Мы сможем его, например, заморозить? Не вышло. Так, ладно, будем тогда просто бомбить. Падает. Ну что, родной, ты там готов распрощаться? Так, крит-атака у нас улучшена. Давай попробуем вот так вот сделать. Бамс! Пол хп, а ты? Нет, ребят, Хан не добил. О, провокация на Рокзара. Соответственно, ребята, ну, Бакстер Муха, естественно, сейчас тут ничтожно ударит, а я думаю, пульверизатор добьет. Хе-хе. Ну что же, неплохо, неплохо мы сыграли. Но согласитесь, когда не прокачанные скиллы на наших героях атаки, ну вообще ни о чем. Надо, надо прокачивать, я все прекрасно понимаю, но мутагена, ребят, вечно не хватает его. Так, ну что же, 59 ранг, и смотрим, что у нас тут. У нас опять Дмитрий. Дмитрий, у него... Два серебряных бойца будет в команде. Рафаэль, хиллер, да? Мондагека, ускоритель. Давай попробуем. Давай попробуем, и знаешь, как это у нас будет выглядеть примерно? Ну, возьму Бибопа, Кирби как хиллера, возьму Армагона, возьму Паукуса и... У меня кто, провокатор-то есть? А провокатора нету, значит мы что? Мы можем взять Железноголового. А стоит ли нам его тратить? Вот в чем вопрос. У меня... Слушай, действительно, с провокаторами у меня большая проблема. У меня их не так много. У меня только Железная Голова остается и Рафаэль. Ну, хорошо, фиг с ним. Уговорили. Возьму Железноголового, пускай он встанет в провокацию. Хотя здесь, мне кажется, могли бы справиться без него. Но меня немножко смущает Рафаэль. Так, ну что, паутинку бросаем. Отлично. Так, Хан, хорош, хорош. Ну что ты делаешь? Вот это плохо, ребят, на самом деле, когда у тебя пониженная защита, да, а еще и пониженная атака. Но я думаю, что все. Все, ребята. Только дождались мы с вами их хода Железной Головы, естественно, он бросает свои торпеды, и вся команда вражеская падает навзничь. Ну, а мы с вами продвигаемся дальше, и я думаю, что мы сегодня доберемся до Сёгуна 2 звезды. Потому что, как минимум, у нас еще два боя будет. Ох ты, Мэтью. Слушай, Мэтью, ты меня радуешь, на самом деле, своими вот полтинничками, но они у тебя в серебре. Для меня это очень классно, это как подарок судьбы. Вот единственная проблема в том, что хватит ли у меня персонажей. Хватит ли у меня персонажей для следующей каточки, для следующего боя. Я думаю, что Раф и Зек плюс Майки и... каких-нибудь два слабеньких. Слушай, мы должны вытянуть. Мы должны вытянуть во что бы то ни стало. Так, ну а сейчас разборка с Мэтью идет, естественно.
Так, начнем, пожалуй, у нас кто хиллер? Хиллер только Лео у него. Давай бросим Кунаи. Так, давай вот так вот сделаем. Крик души. Слушай, нам нужно как можно быстрее, естественно, подбить Леонардо, чтобы он не использовал свой отхил. Так, отлично. Теперь, конечно, бомбочка. Ё-моё, бомбочка пошла. Но все терпимо, все терпимо. Слэш, в кого? Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Вот это опасность, ребята. У меня хиллера нету. Ёлки-палки, то хиллера нет, то еще. Ну, в принципе, он и не нужен. Он, в принципе, нам здесь и не нужен. Отлично, ребят, мы справились. Но мы могли потерять. Могли потерять Карайку, змею, я имею в виду. Буквально легко и запросто. Чуть-чуть бы не хватило бы нам инициативы и просто бы разобрали нас. И сидели бы опять кусали локти. Ну что, я думаю, что сегодня до Сёга на 2 звезды мы доберемся. Но знаете, в чем проблема? Что сегодня-то выходной, а завтра-то работа. И, соответственно, мне опять сбросят. И опять у нас видосики будут с задержкой. Ну что, возьмем, наверное, мы с вами Айрон Джозеф. Раз, два, два, три. И двух малышей. Ну, знаешь, в чем проблема? Если инициативы на нашей команде не будет достаточно, да, то мы сфейлимся. Ну, я думаю, что Зэк немножко их притормозит своей бомбочкой. Так, а у нас Майки первым. Ну, ладно, давай тогда поставим уклонение себе. Может быть, хоть как-то нам здесь это поможет. Теперь бросаем бомбочку. Замедляем, конечно же, врагов. Только двух мы замедлили. Опс. Ну, вы поняли, ребята, да? С удара, просто с удара снес 56 уровень. Снес нашего Рафика. Да, инициативы не хватило. Естественно, он отхиливается. Но, поверьте, если у нас выживет, а он выживет у нас, поверьте мне, я имею в виду Кейси Джонс, он у нас по-любаську выживет, потому что он под защитой в данный момент Рафаэлевской. Ну, а мы с вами просто сейчас будем их уничтожать налево и направо. Так, давай мы, наверное, Донателло уничтожим. Значит, серьезно, что ли? Да ладно тебе. Ты посмотри, вот мы не можем пробить, да? Под уклонением, которое было только что. Ну, он же нас разбирает только шорох. Так, слушай, я, наверное, вот этого Доника сейчас подобью. Донателло мы подбили. Хиляться, я думаю, нам не стоит. Я просто сейчас уберу Мондагека с поля боя. Так, теперь вот этого, это самый враг для меня, потому что он уничтожил самого нашего первого бойца. Ну, естественно, будет Микеланджело тоже получать люли. Да, ребята. Ну, понимаете, да, одного персонажа у нас подбили, мы с вами бонус получаем не совсем полный. Где-то процентов 80. Подожди, какой Рафаэль? У меня был Донателло. А почему у меня Доник сдулся так быстро? А, ну 33 уровень, все, ребята, я понял. Донателло, а мне что-то показалось, что у меня Рафаэль был в команде. Но, тем не менее, все-таки я успел перебежать на Сёгун 2 звезды. 96-я позиция, правда, то есть нас очень быстро сюда скинут. Ну что, друзья мои, мы, наверное, будем с вами... Так, может быть, доделаем все-таки вот эти задания. Так, поднять уровень персонажа, сразиться в боях, это в компании. Слушай, а мы что-то с вами искали, да? Во-первых, начнем с того, что нам нужно найти... карточки на пульверизатора, да, ДНК. Все попытки истратим, потом пойдем искать Мондагека. Будем искать Мондагека, а уже остатки, если они у нас останутся, будем тратить на поиски каких-нибудь вещей. Например, нам нужны дорожные знаки, вы помните, да, для того, чтобы прокачать скилл. Так, пульверизатор, короче, у нас найден. Так, теперь нам нужно искать Мондагека. Вот он, Мондагек. У него 76 ДНК. Нам бы 4 ДНК найти, чтобы до 80 поднять. И уже было бы неплохо. Но я чувствую, что да, ребята, с ним вообще какая-то проблема. Одно ДНК нашли, и здесь, наверное, тоже, как всегда, максимум 2 ДНК. То есть 3 получится. А может быть даже и 2. Да, ребята, не очень густо, конечно, не очень густо. Сколько нам еще там нужно выполнить? Так, все? Ну ладно, все так все. Поднимаем уровень персонажа и проходим одну серию испытаний. Так, кому мы с вами поднимем? У меня 24. Так, я смогу на Лео поднять? Интересно или нет? Не хватает совсем немножечко. Слушай, я до 90 уровня его все-таки прапаю, с вашего позволения. Но для этого нам нужно сделать что? Накопить немножко ДНК. Так, ДНК мы с вами накопим каким образом? Во-первых, нам нужно пройти серию испытаний. Одну серию испытаний. Так,
Что-то я куда-то полез, да, вот сюда все правильно. Слушай-ка, у меня есть? У меня, по-моему, ребята, героев нету. Воу-воу-воу, но мы... Знаешь, что мы можем сделать тогда? Мы можем с вами собрать, ну, естественно, все это сбросить. Нам достается крип, мутагеноид, собрать и сбросить. И попробовать с нуля, да, ребят, с нуля. Чтобы сражаться, нужно выбрать персонажей. Ну, это понятно, все дело, что нам нужно выбрать персонажей. Это мы все пропускаем дело и быстренько, быстренько бежим. Ну, сами понимаете, две волны, о чем тут можно вообще говорить. Хоть и 73 уровень, все равно мы их быстренько сейчас распишем. Так, минусанули. Да ладно, успокойся ты, роботека. Ну, знаете, мне напоминает какой-то, как называется этот, ведро. Ведро помоечное, которое с крышкой наверху. Ну, серьезно говорю. Вот напоминает и все. Так, ну что, последняя волна. Здесь, естественно, будет у нас Бибоп, Рокстеди, в общем, вся эта мелюзга. Нате вам бомбочку на закуску. И да вот легко и просто берем провокацию и все. И дальше все пойдет как по маслу. Бумс, ответка. Она не заставит себя долго ждать. Мы еще вот так вот сделаем, да? Уклонение, на всякий случай. Хотя зря мы это все применяем. Бомбанем, наверное, да? Отлично. Так, ну и осталось только лишь добить их. Ой, как я тебе не завидую, Рокстеди. Как я тебе не завидую. У тебя и меткость понижена, и скорость у тебя пониженная. И разбираем мы вас как, я не знаю, кого. Все, ребята, серию испытаний мы прошли. Так, мутагены мы с вами получим хоть сколько-нибудь, а? Мне хватит для того, чтобы Лео прокачать до 90 уровня? Вряд ли, наверное, да? Ну-ка, покажите ко мне. Собрать. Сколько там? Да елки-ты-палки. Задание выполним. Поднять уровень персонажа. Подожди, ты мне покажи, сколько у меня мутагена. Нет, нет, не хватает, ребят. Хорошо, мы тогда с вами отправляемся на испытание и возьмем, наверное, свет в темноте, да? Городская война. Кто у нас тут? Ну, ребят, кисло. Вот единственное, что, наверное, тигриный коготь. Да, и Шреддер. Ну, до Шреддера вряд ли я доберусь. Знаете, как это все дело проверяется? Это проверяется легко и просто. Каких персонажей нам дадут? Слушай, нам дают имбу практически всю. Ну, змея карая тут затесалась как-то не в тему. Короче, мы должны пройти с вами до тигриного когтя, соответственно, его бомбануть и забрать у него ДНК. Так, тут все на изи. 10 уровень, вы сами должны это все понимать. Все проходится на одном дыхании. Даже эти маузеры нам не помешают. Да кто бы тут ни был, все будут получать по полной программе. Так, отлично. Третья, последняя, заключительная волна. И знаешь, что вот мне не нравится вот в этом испытании, да? Что здесь очень много дают ДНК на тех персонажей, которые у нас уже есть. То есть я могу только их перерабатывать на сюрикены. И все. Вот только ради этого. Опыта я большого здесь получать не буду. Ну, смотрите, вот Бакстер Муха. Ну, зачем он мне? На самом деле он не нужен. Ну, Саблезуб, ну, в принципе, пригодится. Хан не нужен, Рокзар не нужен, Бибоп не нужен. Ну, вот Рокстеди еще, да, Рокстеди и вот Тигр. Попробуем, ребят, с вами добраться просто-напросто до Тигра, я как уже говорил. Попробуем его бомбануть, забрать у него ДНК. И... посмотрим, сможем ли мы пофармить этот уровень. То есть, если мы с вами будем получать, например, даже по одной ДНК, да, на тигриного когтя, то мы уже с вами приблизимся. Там, по-моему, кстати, у нас не так уж и много нужно найти. Хотя я могу и ошибаться. Сколько тут персонажей у нас, а? Где-то штук 60-70 в общем количестве. И запомни-ка каждого. Так, ну что, 20 уровень, как всегда, ребят, получает. На одном дыхании мы здесь все это проходим. Даже не волнуюсь абсолютно. Так, Саблезуб. Бум, просто с удара. Ну и Карайка, конечно, далеко у нас не уйдет. 20 уровень, да? Значит, получается, еще где-то 3 боя она сможет сделать, да? 3 эпизода пройти и дальше все. Она просто изживет сама себя. Так, ну что, Саблезуб нам достается ДНК. И пошли теперь за Ханом. Хан, конечно же, нам тоже не нужен. Самое удивительное, что здесь еще и бронза. Только лишь первый ханчик появляется в серебре. Ну, соответственно, эти противники очень легкие. И, соответственно, быстренький очень пойдет у нас разбор. Кстати, ребята, пока у нас тут на автобой все идет, хотел спросить, есть ли кто из вас
Kingdom Rush, да? Помните, у нас 23 октября должно быть обновление. Я заходил на сайт разработчиков, да, действительно, там появляется новая башня, появляется новый персонаж. Насчет игрового контента, я имею в виду в плане того, что карты или какие-то миссии дополнительные, я ничего не увидел. Но самое интересное, что я сегодня заходил, игра у меня не обновляется. Я не знаю, как сделать так, чтобы у тебя было обновление, и чтобы мы с вами получили вот этот вот бонус на Хэллоуин. Если кто знает, пожалуйста, напишите мне в комментариях, я буду ждать. И напишите, самое главное, как это сделать, как обновить, чтобы у нас все это было. Чтобы у нас появились все вот эти вот новые плюшки, которые вышли. Даже на сайте разработчиков я видел, написано, 23 октября будет глобальное обновление. Но у меня его нету. Я попробовал в автоматическом режиме обновить, зашел даже на этот... Apple, как там называется-то? Ну, в общем, Google Play. Там ничего, там просто написано «открыть». Обычно, если игра получает обновление, там обновить ее, да, или еще что-нибудь в этом роде. Так что пишите, и чем быстрее я с этим разберусь, тем быстрее выйдет новый ролик по королевской лихорадке. Так, ну ладно, ребят, давайте дальше, как говорится, смотреть наши баталии. Ну, тут все, в принципе, изи, 40-е уровни упали, и мы с вами перейдем, наверное, на 50-е. Так, у нас с вами ДНК на кого сейчас разыгрывалось? Ага, на Рокзара. Хорошо, Рокзарчика мы получили. Ну, пошли теперь за Бибопом. Тут уже 55 уровень. Вот здесь, ребята, уже, в принципе, предел для моей змеи Карай. Потому что она у меня 61 уровня, то есть следующая катка будет для нее опасная. Мы можем, в принципе, ее исключить из нашей команды, ничего от этого не потеряем. Я думаю, что моя вот эта имбовая команда всех забомбит и без нее. Ну, по крайней мере, мы пройдем на 3 звезды и сможем фармить этот уровень, если нам, конечно, это надо будет. Единственное, что я для себя здесь нахожу выгодным, это единственное, это фармить тигриный коготь. Все, больше ничего здесь хорошего нет для нас. Испытание второе, я думаю, что сегодня мы проходить не будем. Оставим на следующую серию, да. И, естественно, я жду не дождусь, когда у нас откроется испытание для Сплинтера. Как вы помните, мне нужно всего лишь 4 ДНК, да, на него, на Сплинтера, чтобы мы могли его поднять по рангу. Это будет очень круто. Чем быстрее мы с вами прокачаем Сплинтера, тем быстрее мы пройдем с вами одно из испытаний, помните, да? Где робот Маузер, который все время применяет свой скилл, да? После которого игра у нас вылетает. Мне подсказали, что нужно вешать на него немоту, чтобы он не смог, ребята, применять свой скилл. Хотелось бы мне убедиться в этом лично, поэтому надо Сплинтера прокачивать. Но это будет очень-очень долго и непросто. Особенно по поднятию уровня. По поднятию уровня это будет вообще, конечно, полный трэш. Так, ну что же, здесь все довольно легко. Мы ДНК на Бибопа с вами зарабатываем. И, конечно же, продвигаемся дальше. После Бибопа у нас идет Рокстеди. Кстати, мы будем убирать вот так. Без карайки, ребят, без карайки змеи мы с вами пойдем. Естественно, включаем автобой и понеслась. Встречают нас маузеры. Тут будет 4 волны. Естественно, Майки включает уклонение. Это, в принципе, правильно, с его стороны. Естественно, враг промахивается. Ну, а мы, как всегда, ребят, будем бомбить. Ха. Так. Бумс. Ну, уничтожаем. Просто одного за другим. Сколько? Тут 4 волны. Вот зачем? Зачем вот он сделал вот это? Я не пойму. Железноголовый потратил массовую атаку на одного врага. Ну, это куда? Это никуда не годится, ребят. Это полный бред. Ладно, ничего не поделаешь, автобой есть автобой. Так, у нас уклонение довольно неплохо. Так, Рафаэль берет провокацию. И, кстати, уклонение здесь нам очень хорошо помогает. Так, железноголовый добил. Этого тоже мы добили. И у нас третья волна. Это предпоследняя. Кто там у нас? Самурай, Рокзар и Хан. Так, атака. Бумс с удара. Так, добиваем. Ну вот это ты зря, Хан, конечно, делаешь. Это ты, парень, зря сделал своей ногой по лицу Рафику. Он еще и провокацию берет. Ай, Хан. Ой, Хан. Рокзар, зря. Это тебе не поможет. Вот поверь мне. Сейчас просто тебя разберем. Легко и просто. Плюс еще и замедлили его. Все. Так, а тут у нас Бибоп, Рокстеди и кто у нас там? И Бакстер Муха. Опять же, ребята, все на изи. Хотя 65 уровень. Ответка. Отлично. Так, сейчас, наверное... Да, он будет отгребать.
Так, добьем. Отлично. Так, ну что, Бибопчик, сейчас тебя распишут здесь. Ну и что, ну что, ну что ты? Ох ты! Нифига себе, ребята, он смог оглушить. Удивительно. Удивительно. Ну вот попасть они вряд ли смогут. И Лео еще делает супер вертушку. Так, отхиливается. Ну, я думаю, что зря. Не поможет. В принципе, можно было бы и Бакстера Муху не трогать. Он бы от постепенного урона отдуплился бы сам на следующий ход. Ну все, ребята, теперь мы переходим с вами за ДНК именно на тигриный коготь. Так, Рокстеди мы с вами забираем. И вот тигриный коготь. Кстати, я хотел посмотреть, сколько нам вообще нужно ДНК на тигриного когтя, чтобы его поднять по рангу. По-моему... Ох, ребята, 87, прикинь, 87. То есть нам еще нужно 13 ДНК всего лишь найти. И он получит пятую звезду. А где пятая звезда, вы прекрасно знаете, что по осколкам он сразу перейдет в платиновый, если у нас будет достаточно их осколков. А, кстати, на этой неделе, если мы с вами в мастера попадем, да, у нас будет такая возможность перевести... Сколько там нужно? 400, да? 400 нам нужно осколков. А получаем мы за мастера, если мы, конечно, перейдем за мастера, мы получаем 55 платиновых осколков. То есть, ребята... То есть у нас 55, да, у нас будет возможность, если мы останемся с вами в мастере, по концу недели перевести одного из персонажа в платиновый ранг. Слушайте, а вот теперь хотелось бы мне узнать, кого, кто достоин у нас перейти в платиновый ранг. Как вы думаете? Ну, я сомневаюсь, что Крис Брэдфорд, может быть, Рахзар или Змейка Вьюна, может быть, Змея Карай, у нас очень много... персонажей, как вы видите, пятизвездочных, даже нейтрализатор есть. Ну, Бакстер Муха, я думаю, что недостоин. Может быть, Бибоп, вряд ли. В общем, ребят, ваши предположения, конечно же, вы можете писать в комментариях. Можем Донателло, кстати, перевести. Ну, сами видите, очень много персонажей имеет 5 звезд, соответственно, любого можно перевести. Единственное, что у нас с сюрикенами проблема, там, если не ошибаюсь, нужно 10 тысяч, да, нам нужно будет подкопить сюрики, и тогда все будет хорошо. Я думаю, до конца недели мы это с вами сделаем. Если не будем, конечно же, тратиться. Так, ну что, так, подожди, а у меня Рокстеди... Подожди, а, мы можем навык ему прокачать. Я думал, что у него излишки по ДНК, но нет. Ладно, хорош рассусоливать, ребят. Давайте попробуем с вами заработать ДНК на тигриного когтя. Естественно, 75 уровень, кстати. Слушай, тут надо уже не автобой, тут надо своими силенками справляться. Так, Маузер. Делаем, ребята, уклонение с вами. В первую очередь. Шикарно, так, и... Да хорош, хорош, хорош. Уклонение, ребята, у нас очень даже неплохо срабатывает. Ух, ватненький. Так, дай-ка я вот этого у него, потому что, ребят, двойная атака. Так, что ты, что ты, что ты, что ты, роднуля? Красная ты кепка. Так, Маузер, успокойся. Получи, распишись. Так, в минус загнали. Ну и теперь вот этого вот самурая. Да ладно, массовая атака. Ну и добивочный, да? Все, отлично. Переходим на вторую волну. 5 волн здесь. И опять у нас вот эти вот клан футовцы. Ну это, ребята, знаете, на самом деле это не люди. Это киборги. Это киборги, киборги атакуют, елки-палки. Так, давай быстренько попробуем разобрать. Так, уклонение сейчас, ребята, у нас исчезнет, и мы будем с вами, наверное, получать звездюли уже, на самом-то деле. Так, добили, этого добили, и остается вот этот охламон один. Так, добьем, добьем. Так, отлично. Третья волна, без проблем пока идем. Тут у нас Саблезуб, Хан и Рахзар. Вот здесь уже будет посложнее, поэтому, ребята, я не знаю. В принципе, можем взять провокацию. У нас под защитой еще, да, как раз он? Как раз, блин, защита почему-то исчезла. Уклонение, я думаю, что не стоит нам сейчас применять. Двойная атака от Майки. Вот здесь можно бомбануть массовой атакой. Но она как-то очень хреновенько, на самом деле, сработала. Сейчас я подавил вот этого киборга. Вот этого вот киборга. Так, да, он провокация, ребята. Конечно же, он берет провокацию. Поэтому надо пробивать ее. Все. Так, ну что ты, что ты, что ты, родной мой? Ох, сейчас получишь. Так, давай теперь, наверное, уничтожим. Хиляться я пока не буду. Со здоровьем нормуль. Хан минус. И Саблезуб, что он там делает?
Бумс. Слушай, а вот теперь, наверное, нам стоит хильнуться. Мы можем даже вот так сделать. Опа, отличненько. Меткость понизили, да, на Рафика. Ладно, я думаю, что это не страшно для нас будет. Да ладно, мы мажем. Так, хорош. Что ты там делаешь? Все не угомонится, ты посмотри на него. А мы почему-то мажем, из-за того, что у нас меткость понижена, что ли, да? Так, ну что, четвертая только волна, я думал, что это будет пятая. Хм. Так, тут у нас Бибо, Парк-Стеди, все, вот это, ребята, шайка-лейка собралась тут. Не хватает только Шреддера, ладно. Давай возьмем провокацию, так уж и быть. И начнем уже потихоньку их разбирать. Тыч. Сопротивление, все как полагается. Ай-яй-яй, это было плохо. Так, у нас, ребята, еще есть один отхил от, естественно, Микеланджело. Я думаю, он нам пригодится. Так, давай вот этот массовый, ой, массовый суперударом. Слабенько-то как. Как слабенько, а если мы так пропишем тебе, парень? Тыч. Да, вот эта вертушка у Лео, это, конечно, что-то. Это что-то имбовое такое, уничтожает врага просто на ура. Так, Рокстеди, ты засиделся, по-моему, здесь, парень. Yeah. И вот пятая волна тут у нас. А вот и Шреддер как раз, тут и Муха. В общем, ребят, массовые атаки сейчас пойдут у нас в бой. Возьмем провокацию на Рафаэля. Отлично. И поехали бомбить. Кстати, надо Бакстера Муху уничтожить в первую очередь. Хотя вертушка. Да-да-да, именно это нам и поможет. Тигриный коготь. Добьем. Вот и все, ребята, на изи. Слушай, а может быть нам... Нет. Не-не-не-не-не, там последний эпизод нам не потянуть, потому что там будут 80-е уровни. Понимаешь, да, к чему я говорю? 80-е уровни, естественно, мы не потянем. Посмотри внимательно. 85-е. Все, а у меня только один Лео 89-го. Тут еще и все в платиновых. Нет. Даже если бы мне дали всех имбовых, я бы все равно не прошел бы. Хотя вот это и обидно, что я не могу пройти. Ладно, я попробую, ребят, пофармить. О, может быть, мне все-таки выпадет тигриный коготь. Нет, мне выпадают золотые осколки, 3 штуки. Камень талик, который мне не нужен. Вот серьезно говорю, да, жетоны. Ребят, последняя попытка. Кружка из Олимп Динер. Обалдеть. Ладно, но в любом случае этот уровень я смогу фармить. Там сколько нам ДНК? Там 18, да? Или 12? 12 ДНК нам не хватает. То есть, если пытаться по 2 ДНК вытаскивать... Слушай, надо будет попытаться. Надо будет попытаться, я думаю, что в этом есть смысл. Так, Бакстер Стокман, давай мы, наверное... Погоди-ка, мы, кстати, с вами накопили? Нет, у нас почему-то до сих пор 24 911 мутагена. А мне нужно 25. Оу, смотри, ребят, что у нас происходит. У нас как раз событие на заработку мутагена. Ну что же, я тогда могу сказать одно. Леонардо пройдет в 90 уровень. Да, в 90. Интересно, сколько нужно мутагена, чтобы прокачать до соточки? Никто не знает, а? Примерно. Я думаю, там где-то по 1035 нужно будет мутагена. Не кисло, да? Совсем не кисло и не дурно. Но... А что поделаешь? Нет, ну кто-то вот писал мне, спрашивал, как прокачивать персонажа. Я уже отвечал в прошлой серии. Если кто-то не хочет год с лишним там сидеть, пыхтеть, пускай скачивает взломку. Сразу же с прокачанными персонажами, с очень много там... С этими откатами, с этими... В общем, все, что в душе его... Сблагорассудится, он может сделать. Я начал играть вот в такую, ребята, в оригиналку. Без всяких взломок. Поэтому играем долго, но зато честно. Так, ну что же, я думаю, что... Ладно, давай добьем, ребята, полностью вот всю это вот задание, да? Полностью с вами получим весь мутаген. Последняя, по-моему, если не ошибаюсь, будет на 1500. Потому что вот предпоследняя дает нам 1200. Мутаген, как бы это смешно не было, довольно важная вещь для этой игры. Так же, как и сюрикены. Так, ну что, минус. И последний у нас заключительный бой будет заключаться именно в том, чтобы заработать 1500 мутагена. И сразу же мы с вами апаем Лео. 90 уровень. Потом, я не знаю, можно в принципе... Хотя многие писали
Рэй, прокачивай слабеньких. Прокачивай слабеньких. Я бы с удовольствием прокачивал бы слабеньких, если бы у меня были бы ребята ДНК на него. Когда у нас есть ДНК, естественно, мы поднимаем в ранге и сразу же можем прокачивать. Если какой-то персонаж максимальной прокачки до 35 уровня, да хоть ты там тресни, хоть у тебя там 1000 ДНК, мы не сможем его прапывать дальше по левелу. Потому что его нужно переводить в следующий ранг. Вот и все. Только после этого можно продолжить. Так, ну что, ребята, мы с вами в принципе закончили на сегодня. Естественно, бежим в первую очередь сюда и Леонардо прокачиваем. Первый мой герой, который получает 90 уровень. И я удивляюсь, почему у меня Лео так очень скаканул, когда я все время делал акцент всегда на Рафаэля. Ну, как вы знаете, Рафаэля я всегда раньше прокачивал из-за чего? Из-за того, что у него была провокация. Он был как стена непробиваемая. Теперь от него здесь мало что зависит. Здесь уже нужен урон, потому что уровни у нас высокие. Соответственно, мы должны наносить дамаг обалденный. И как дамагер Леонардо очень-очень крут. Ну что, дорогие друзья, наверное, вот... А, погоди-ка, заберем, естественно, вот это вот все. Отлично. Ну а теперь, да, наверное, будем, ребятушки, с вами закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся в следующей серии и продолжим играть. Во-первых, у нас по турнирке нужно подниматься, да, если мы хотим с вами кого-то перевести в платиновый ранг. Ну и, конечно же, живите долго и играючи. Это будет следующее у нас испытание. Так что всем пока и до скорого. Удачи вам. Like God in the day.